Ну вот не знаю, видно будет. Сегодня у нас какое, 4 или 5 сентября? 4, по-моему. Вот такой вот котлован надо вырыть. Здесь будет пожарный пруд. 4 метра глубиной. Но от нуля где-то, наверное, вот самое низкое место. Уже, наверное, метра 3 будет. Там. Нелегко. Все ограничено. Пространство ограничено. Жопами толкаемся, здесь ездим. Водопонижение. И вот туда на дно эту арматуру надо запихнуть. Вот, в принципе, дно этого пруда должно быть где-то вот такой вот площади. Что-то 9 на 8 метров какой-то там. Вроде бы так было. Вон катерпиллер этот. 425 моточасов уже. Скоро ТО на 500 моточасов. Есть претензии, есть вопросы, есть непонятки. Ну ладно, потом. Нет времени. Все. Ну вот, котлован еще с этой стороны. Такой вот получается. Все, в общем-то, правильно. Все должно получиться. Здесь, правда, уровень воды настолько высокий. Здесь даже метр не надо копать. Ну, сантиметров 80, все, уже вода выходит. Хотя дождей таких серьезных не было. Такой вот объект уже много-много уже сделали. Все нормально. Вот рыло свое, да, живой. Ладно, устал, устал очень.